Сегодня будет салют, и я с балкона посмотрю, может, что-то удастся заснять. Осталось буквально пару минут до салюта. Ну вот, начался салют. Сейчас приближу. Вот такая красота. Ура! 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 Везде гремит, везде шумит. Вон кричат «Ура! Ура!». Ну что, всех с праздником, всех с праздником, всех с великим Днем Победы. Память остается. Скажем спасибо нашим дедам, отцам, дедам, прадедам, которые защитили нас. И благодаря им мы сейчас живем. И всем мирного неба над головой. Долго, красиво. Громыхает, громыхает. Ура, 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 ура. Долго, очень долго, красивый салют.
Очень красивый. Кстати, на камере видится не так, не знаю, как будет в записи, но вообще обалденно красиво. Сейчас такой красный шар. Просто какие-то всполохи красоты. Особенно, когда вот такие вот золотистые в красном шаре. Это вообще. Села батарейка у меня на той камере, и вот я уже взяла другую посмотреть. Это, конечно, дальше я приблизить не могу. Это не получится, но хотя бы издалека можно посмотреть. Уже, наверное, скоро закончится, потому что как-то меньше стало стрелять. О, красиво. Слышно, как там люди кричат. Ой! Главное, чтобы взрывы были только от салюта, а не от военных действий. Вот и все. Ура! Ура! Кричат «Россия» там. На доме вот так отражается в окнах всполохи. Ну, я думаю, это все. Очень долго было. Сколько? Минут 5 было, даже больше, 6-7. Все. Ну вот и все. А мы поймали парочку. Закончилось. Кого? Огоньков. Видела? Тебе не было страшно здесь? Сейчас нет. В тебя летели. Нет. А мы да не испугались. Нет, ну все. Все закончилось. Ура! У тебя большое лицо. У меня на...